Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть Battlefield 2. Bad Company 2. Новая компания. Так, рекомендуем новичкам. Ну, средний. Начать. Средняя сложность. Давайте посмотрим. Осень 1944-го, Японское море. Незадолго до падения атомной бомбы, которая должна была поставить точку во Второй мировой войне, небольшой отряд спецназа США должен был найти японского ученого, который может изменить ход войны. 6 октября в 6 часов утра началась операция «Аврора». Через 20 минут она завершилась. Результаты операции не разглашались. Все данные были уничтожены, мало кто знает правду. 20 минут всего. Вот тебе и «Аврора». Вот что на самом деле случилось в тот день. Господи, как хоррор какой-то начинается. Давай. Эй, пропустил пятнышко, Вайт. Да? Есть. Теперь будем ждать. Так. Сержант, вы думаете, Аврора и впрямь там? Они так и говорят. Всегда так говорят, всегда говорят. Ну а ты что, Макки? Не знаю, Фарадей. Видимо, ты мне сообщишь. Короче, я так думаю. У нас есть ядреная бомба. У немцев Фау-2. Значит, у япошек что-то найдется. Нам нужен только ученый. И все. Эй, отряд А готов, сержант. Ладно. Заводи мотор. Нас возьми. Отряд А, отряд Б. Какие еще отряды у вас имеются? Вот смотрите, тучки пасмурные. Я как понимаю, это собачье время. Часа 4 утра, наверное. Но я предполагаю, что это утро. Не вечером же, 8 вечера плыть-то. Ничего интересного не происходит. Пока ничего не происходит, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайки, оставить ваши комментарии. Стой, 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 стой. Стою хоть дой. Там патруль. Следуйте за отрядом. Глуши мотор. Глуши мотор, он говорит. Пусть этот масса огнем горит. Дай мне сигарету. Спасибо. По-японски. Говорят по-японски. Думаю, американцев здесь к утру будут. Неважно, мы наготове. Пусть идут. Ну вот мы и пришли. Пошли, Уайт. Пошли, пошли. Двигай ножками. Куда они, мать их, идут? Ножки картошки. Ой-ой-ой. Нас что, спалили? Спалили? Блин, одну лодку спалили и уничтожили. Такое укрытие, лодка резиновая, дебил. Укрытие. И да и хрен с ним. С рюкзаком, с автоматом. Он такой бред в одежде. Ага, плывет он. Чуть Супермен. Он бы в одних ботинках бы уже бы потонул. Так. Сохранение. Неплохо, да. До первой сохранялки мы дошли уже. Раненые есть. Отряд А, покойники, сержант. Помер и Фин. Ну и хер с ним. Остались только мы. Парни не стали. Сержант. Сказали же в 6:00. Время перевели. Время перевели, я тебе сказал. Если они выдержат на зимнее. Пусть оставит перебежчика себе. Выдвигаемся. Так, за мной будете. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Окей. Двоих. Двоих. Уайт. Бери левого.
Опа, средняя кнопка мыши. Да сдохни ты уже, сучий потрох! Двое есть, еще 1000. Давай. Давай, даю. Ты мне оружие дашь? Молодец. Так. Больше оружия-то нету, да, у меня? Нету. Ну, давайте будем воевать тем, что есть. Так. Куда тут? Уайт, в траншеи. Может, стоит разобраться с пушками, сержант? Нет, Фарадей, такой задачи не стоит. Удачи, Уайт. Следуйте за Маки. Вот так. Сейчас хоть будем слышать их. Так, что-то взял. Так, прицелиться, выстрелить. Опа. Нормуль. Все нормально. Так, что-то я взял, да, еще? Так, перезарядить надо. Давай, что у меня тут еще? Кажется, еще гость. Вот так. Все. Будем их систематически уничтожать. Пока вот оружие есть. Ну, кто там? Так, сюда. Блин. Время есть. Время есть. Ну, давайте еще звук погнали. Понятно, тут звук не отделяется от речи. Куда это я бегу-то так? Как мило с вашей стороны. Ну. Там меня встретят, да? Руку подадут, чаем напоят. Или не так? Давай. Блин. Вот так вот показано в одном месте и бежишь в другое. Где карта? Карты нет. Плохо. Что карты нет? Сюда. Через поле. Пошел. Мины. Глядим под ноги. Давай. Стоп. Ложись. Ложись. А как лечь-то? Он не... А. Бронетехника. Не ложится. И так уже. Вот эти World of Tanks. Такие танки были. Ой, это среди мелких их искать надо там. Япошки. Япошка. Ниндзя. Япошка. Так, что у нас? Тут нам повезло. Похоже, нас ищут. Пора найти цель. Пора найти цель. Блин, на тап нет, на М нет. Как цель-то определяется? Это какой дополнительной буквы-то? Не отставать! Вперед! Да я бегу. У вас, кстати, бежать-то больше... Ой-ой-ой. Бежать-то больше некуда. Дорога-то одна. Давай, в мину какой-нибудь наступи. В яму упади. Где его черти носят? Давно должен быть здесь. Кто эти маленькие заборчики там понатыкал, тот еще? Тоже вопрос большой. Стоять. Не двигаться.
и проверь его. Скажи, кто мой любимый бейсболист? Кэп Энсон. Ладно, надо убрать его отсюда. Так, мы его эвакуируем, правильно? Что это за звук, мать его? Что он там несет? Не знаю, сержант. Если ты сдал нас... Черное оружие вот-вот включится. И все трупы. Это поди доктор Зло. Мы выдвигаемся. Ой, доктор Смерть. Он же японцем был. Вы не поняли, но мы валим отсюда. Сержант, главный путь отрезан. Уходим через ангар для подлодок. Давай. Это ловушка, мать ее. Да. Я знаю. Да. Все знают. Хопа. Хопа. Что ты за такой каратист, который ножом такие канаты рубить? Я прям тебя боюсь. Не останавливаться! Пошел, пошел, пошел! Давай, пойду, пойду. Черт! Не нравится мне эта хрень. Двигаемся. А кому это нравится? Аэродром близко! Пришли уже. Вот так. Я первый нашел аэродром. Ну, ребята, приготовьтесь. Вперед. Вон там тело. Вот его бы убрать с крыши. А как по-тихому-то до него добраться? Вон там. Так, тут мне винтовочка-то, наверное, мало чем поможет, да? Я еще хотел вот сюда залезть. А хотя можно залезть, смотри, типа, а может даже нужно было залезть. Так, где ты? Осторожней. На. Видели, как его башку разнес? Давай. Где ты? Скорлупа. Давай, вперед! Давай в коробочку. Где? Куда мне надо? Чё делать? Гранаты есть? Или как-то они сами подбираются где-то, где когда что-то есть? Уайт, за пулемет! Давай. Сел. А, назад никак? Назад никак. Вот тут радиус. Значит, тот, кто будет спереди только. Следи за дорогой, Вай. Окей, да? Давай. Опа. Бумк. Осторожней. Там же колючка была. А выше всех я нахожусь. Это мне колючкой по морде. Где? А оружие не перегревается, патроны бесконечные. Стреляй, не хочу. Опа. Дерево-то не перепилит. Оп, появился из ниоткуда. О! Да пусть едет. Пусть едет. Опа. Пусть. Пусть. Опа. Блин, вот что бывает. Когда? Я не успеваю. Это какой-то этот любитель кто, не экшенов или чего-то. Да? Я даже не совсем. Так, покинуть. Я попал хоть, нет? Вроде как попал. Да. Вот я молодец.
Что мне надо сделать? Подлопки внизу. Ну пойдем, я давай, уж все давай, расчистил. Давай, все. А вот, вот вы... А, правую кнопку установить. Назад! Подождите, я отбегу. Не. Так. Где они? Где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам их отбивать сейчас еще надо будет. Я так понимаю. Опс. Опс. Бежим. На. Давай. Куда? Сюда. Ход один. Давай. Был противник. Да весь вышел. Я думал, гранаты, блин. Блин. Вот так. Это наши. Наши. Ты мне в спину, что ли, долбишь там? Опа. Какая прелесть. Ага. Вот так вот, значит. Не спешите, ребята. Меня, подождите. Стой, стоять, падла. Так, ага. Итак, отправляемся мы уже на подводной лодке. Живее, живее, шевелитесь! Открывайте долбанный люк! Есть! Получилось! То-то же! Я же говорил, что выберемся в ад! Вытащили этого очкарика! Какой я молодец! Будьте здоровы, живите богато! Вот и взрыв ядерный. А не судьба внутрь-то залезть? Какого хрена наверху-то катаетесь? Так, вроде сказали, что прибыли, нет? Всего 20 минут ушло. Нет, у меня вроде поменьше, да, по времени? 20 минут. Спутники, что у нас? Россия. Российский президент сообщил, что установлено тесное сотрудничество со странами Латинской Америки. Это мы захватываем, Россия? Все захватывает. Дипломаты и русские, американцы, самолеты ночью в Брюсселе. Это кто? Russia has expressed concern about the system, claiming that such a weapon could be used for offensive reasons. А, мы получается все захватили. Ничего себе, холодная война. Ну давайте посмотрим. Миссия номер два, холодная война. Ой, какие прекрасные горы, как красиво. Ну? Ну-ну? Чем можете порадовать меня, горы? Минное поле. Написано по-русски. Залетчики. Мы были на территории русских, помогали контрразведчикам. Нам сказали, задание простое. Но простые задания только в фильмах бывают. Не могу поверить, ты опять завел нас на минное поле, Хаггард. На себя посмотрите, кретин. Эй, да они там не застроятся, Марлоу. Сколько время? До встречи, 5. Ладно, будем там через... Вот этот Хаггард, он потом везде фигурирует в дальнейших сериях-то. Так,
Вот они бы замерзли, вы в такой экипировке бы замерзли. Кто в России так ходит? Холодно. GPS не видит внизу нашего парня. Сержант, уверен, что он там? Да, если только эта разведка не лошанула. Чего? А если я лошанула? Забей. Скоро закончим. Не бзди. Давай. Опа, опа. Усатый. Просто уличная магия, сержант. Ты спас мне жопу. Не терять же тебя под конец. Все так, Марлоу. Парень там совсем один. Нужно торопиться. Давай. Идите, разгребайте снег впереди себя. Так, колонна проехала. Но она, как я понимаю, мне не нужна. Правильно? Правильно. Давай, давай. Так, а как тихо убрать или как? Опа. Следуйте за отрядом. У меня подствольник должен быть. Как у меня подствольник? Что, никакие больше не действуют? Стой, стой. Патруль. Ну-ка. Опции. Пешком. Выбрать лазер. Следующий предмет. Выйти, изменить камеру. Пешком в транспорте. Так. По моему сигналу. На счет раз. Три. Два. Раз. Бежи. Слезай, уничтожены. Вот так. Так, поднять. Вот теперь у меня два оружия. Все, все собрал. Нашему парню пора выходить на связь, занять позиции. Так. А, о, колесо мыши. Так. А у меня тоже, да? Нету, да, глушителя-то? Так, пришли к домам. Что нам? Черт, наш агент. Его там пиздят. Не бей ты меня. Вижу цель. Архангел, Браво 2 на связи. Кажется, видим транспорт и объект. Раз понял, второй. И... бдыщ. Все. Мать вашу. Архангел, подтвердить уничтожение объекта. Спасать некого, можно идти домой. Сержант. Нет. Архангел, он начал движение. Браво 2, главный. Не прокатило. Прекратить огонь. Прекратить огонь. Да еще никто и не стрелял. Чего не дали валить? Валить ты будешь, когда я скажу. Успокойся, придет. Придет и твой час. Архангел, объект ушел. Транспорт на месте. Браво 2, главный. Город объявлен враждебным. Захватите транспорт. Вас понял, Архангел. Конец света. Вот. Уже хорошо. Слышал. Нам одним. А не пришлось бы, если бы кто-то не палил. Иди давай. Так. Город объявлен враждебным, значит. Ну, с управлением тут, да, такое. Браво, пока бежишь, только мышка. Пробивайтесь к транспорту. Атакую! Давай. Что у меня тут имеется? Кто вызвал подкрепление? Я не вызывал никого. Всем отбой. О. На. Вот тебе и граната. Так, а что тут есть вообще? Я же за каким... Зачем ты же сюда залез? Так. Давай, где еще? Нормально. Да я тут.
И это не секрет. Так, а я не понял, а что, я один, что ли, воюю? Ну хоть кого-то положили? А, нет, смотрите, положили. Только хотел. Возьму штиц. Да. С чем вы? Ой, с дробовиком, какое позорище. Ну кто с дробовиком воюет на дальних дистанциях? Дебилы. Так. Вот так. Так. Мне сюда можно? Можно сюда? Так, где? Это за бочка, блин, надо было сразу ее взрывать. Ладно. Ну вот, пулемет. Это уже что-то. Право 2, разрешаю открыть огонь. Пробивайтесь к транспорту. Да без проблем. Нифига. Право 2, сигнальный ракет. Сейчас тогда сразу наверх ломанусь. Ну и он нахрен. Право 2, разрешаю открыть огонь. Пробивайтесь к транспорту. Да. Тихо. А я не успел. Так, а как они... Подожди, как-то еще можно сделать, чтобы они не успели вызвать подкрепление? Так один хрен вызвал. Ну вот. Вот так. Так. Где там РПГ этот? Ой, он так дом разнесет. Он может вообще дом разнести? Ой, вот как хорошо, что он. Мазила. Подожди, он в очереди стреляет, а он не может стрелять полностью как-нибудь, я не знаю. Ну-ка еще разок. Так, а как режим огня-то переключить? Нифига не так. Он дом разносит. Давай, ладно, иду за РПГ. Ну так-то хорошо, что он дом разносить может. Мне это нравится. Так. Вот как этот калаш переделываться-то? Что-то не вижу. Где у него? Так, у нас потери. У нас тоже. Так. Где ты? С пулеметом. Давай, где мой пулемет? Где мой пулемет? Они заново лезут. Вот так. Давай, под огнем. Выходи.
подлетело ж. О, о, это оружие. Стой, потихонечку. Где еще? Ложись, мы под огнем. Хорошо, вы под огнем, а я думаю, ты не под огнем, да? Из дома напротив. Понял. Все, бежим. Давай. Вы как? Ну, не залазит. Где? Блюдок, куда обливался? Вот он. Блин, только гранату бросил. Еще бы в окошечко бы закинуть. Так вообще прекрасно было бы. Вертушки. На. Спасибо, дружище. Где ты? Укрытие. Не вижу. Прижали. Блин, так я и не понял, откуда долбанули-то. Зато есть идея одна небольшая. Где? Где вы? Давай, вот так вот. Сейчас я вас. Не понял. Это кто? Гранатомет где-то? Где-то гранатомет? Ну-ка. Кто видит его? Так, ну-ка давайте-ка. Вот так вот. Так. Пулемет есть. Давай, на. За пулеметом. Вперед за пулеметом. Тихо. Где-то. Ну вот же где-то. Еще где-то один. Давай. Падла. Ой. Тут ворота были. Ну. Что-то я не понял. А вы почему не бежите, не защищаете, не нападаете? У вас что? Атрофировано все остальное, что ли? Да.
еще давай. Или мне надо именно на то место забежать? Вот так. Так. Где он? Где вы? На. Еще. Все. Все. Вау. Так. Ничего себе, стены нету. Позитивом, позитивом держись. Давай, давай, давай. Понял, еще чуть-чуть. Да через минуту высунуться будет неоткуда. Ну, нару, что ли, вырой. Давай, сюда. Прием, Браво 2, самолеты в воздухе. Самолеты в воздухе. Повторяю, нужна подсветка целей. Марлоу, бери бинокль, посвети Х. Где там еще? Так, опять использовать бинокль. Спасены? Какая спасительная почка у меня. Вот это было красиво. Башня на него рухнула. Давайте. Коробочка должна быть впереди. Уничтожение подтверждаю. С Рождеством, Браво 2. Это было прекрасно. Давай. Спасибо. Все, теперь. Так, где у нас? Нам здесь надо что, задержаться или как? Или куда-то дальше пройти? Пулемет в доме. Где? Господи, тут сразу трупы. Еще? Штакетник разобрали. Давай. Чисто. Опа. Господи. Спокойно, спокойно. Взорвали что-то. Надеюсь, нам это помогло. Ну то, что помогло, это точно, потому что теперь там хоть сами не взорвемся. Так. Какие-то чувства, миномет как будто долбит. Давай. На. Давай. Захватим транспорт и бать мачту к чертям. А, мне транспорт надо захватить. Все, уже лучше.
Уже хорошо, давай, 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 давай. На. Давай, не жалей патронов-то. Наш, блин, это кто-то мне залепил маслину. Хорошо так залепил. Ну, коллекция. А коллекцию еще что-то собирать надо, да? И приехали на свою смерть. Давайте. Наверху вы почистите. А туда можно забраться вот так вот? Ой, я посюда пойду. Если это можно, то я пойду посюда. И вообще бы вот так бы шел бы, дошел бы обходными путями. Вот так, хорошо. А вы что, за мной что ли идете? Ой-ой-ой. Кто тут? А вот так можно обойти. На. Давай. Теперь сюда. Где-то есть здесь люди, остались? Еще люди остались? Куда ты пошел? Не ушел, да? Какая прелесть. Так, уничтожим бочки сразу, чтобы нам проблем не создавали. Давай. Да тихо ты. Спокойно. Что-то я не понял, я же... Так, вот так. Вот пулемет. На дороге куча техники. Еще. Успей перезарядить. Дорогу не держи. Шевелись, мать твою. Давай, успевай. Блин. Все, приближаются. Так. Так. Надо, значит, гранатометом подправить это дело. Не успел перезарядиться, ладно. На. Еще. И дизелек. Опа. О. Все. Так, еще раз перезарядим. И поехали. Вот так. Это было замечательно сделано. На дороге куча техники. Так. Дорогу не держи, шевелись, мать. Вот так. Перезарядить, успеть. Ой, да у меня патронов тут до хера и больше. Вот это можно воевать. Хэггард, осторожно. Твою мать, ни хера не вижу. Еще разок. Тихо, 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 тихо. У меня стены нету, да? Они нас догоняют!
Да, почти догнали. Так, куда здесь? Кто вообще там дорогу тут увидит? Так, ну пока вроде в безопасности, да? Вот так. Едем, мы едем. Только без села, конечно. Вертолет. Ух ты. Здорово. Блин. Два идиота нашли друг друга. Давай, вертолет. Архангел, повторите, что противника? Ничего нового у вас нет. Давай, достань. Нет, не достаю. Нет, достаю. Расстреляю я. Блин. И чё? Выбрались мы? Все живы? Скажи, я жив. Скажи, я жив. Ни хрена себе, все перевернулись, вертолет взорвался. И никаких жертв. Мы что, в бронерубашках все родились, что ли? Так, ядерный чемоданчик. Ого. А это уже любопытно. Вот что они охраняли. Зря старались. В каком смысле, сэр? У них оружие. От того, что мы знаем, волосы дыбом встают, а от того, что не знаем, очко сжимается. Нужны разведданные. Причем нужны вчера, и вы должны были... Да. Ясно. Времени почти нет. У меня еще 9 отрядов в таком глубоком дерьме, что солнце не видать. Теперь вы работаете на нас. Мы вызвали вас не просто так. Действуйте беспощадно и жестко. В случае успеха отправитесь домой. Все поедете домой. В каком смысле домой, сэр? В гробах. Совсем, совсем домой? Да. Ну что, справитесь? А то. Два пальца, сэр. Насчет вашей находки. Передайте ее нашему спецу в Боливии. Фамилия Эгвайр. Ну, добро пожаловать в отдел спецоперации. Окей, на. Что это было? Кажется, опять не видать мне пенсии. Вот что это было. Черт подери. Отдел спецопераций. Да, отдел спецопераций. Офигеть, блин! Боливия? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Пока!